Подъезжаем к магазину «Простор». Друзья, добро пожаловать на канал «Лиса в Америке». У нас недельная закупка продуктов. Мы уже были в Костко. Ссылку добавлю в описании. Сейчас приехали в наш европейский, русский, украинский, славянский магазин. Не китайский. И потом еще поедем в Алди. Да. И все пытаемся. Откуда-то едут куча машин. Денис не может завернуть. Вообще. Вот Денис. Летящий. В общем, да. Так что приступаем к просмотру. Всем добро пожаловать и поехали. Идем с нашей семейкой. Джусечка, сюда, ребят. Джусечка, так, сюда. Заходим. Часы работают. Угу. Так, у нас будет съемка, похоже, на две камеры. Так, вот маслечко у нас здесь пахучее, нам надо. Я прям думаю, какое кубаночка. Смотри, кубаночка 5,79, а такое 5,39. Не, давай кубаночку возьмем, оно прям такое темное-темное. Мне кажется, классное будет. Вот, и сейчас мы зашли в отдел, где я возьму правильную соль. Надо соль брать. Там немножко посолить надо. Так, это чья соль? Это питерская соль. Это чья соль? И это Ростовская область, город Азов. Давайте попробуем такую. Две, наверное, сразу надо брать. Давайте сразу две возьмем. По 2,59. Она соленая. Угу. Так это же соль. Какая она? Соленая. Так, одна из моих зрительниц рассказывала про горчицу, которую можно сделать самим. И там нужны вот такие зернышки. Вот я их нашла, они есть. И стоят 6,49. Так. А ну, ребятишки, проходим. Дальше проходим. Подождите, мне нужен лавровый лист и что-то еще. Листик есть? Пока постоять, сыночек. Где у нас лавровый лист? Вот у нас лавровый лист. Так, берем две такие упаковочки лаврового листа. Так, нам нужен душистый перчик еще. Гвоздика у меня есть. Где у нас душистый перчик? Вот черный перец, перец душистый молотый, кориандр, смесь перцев. Так, 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 а мне молотый не нужен. Перец белый, перец розовый. Так. Не вижу. В общем, не вижу я душистого перца. Поэтому никакой пока брать не буду. Вот. Такие вот дела, друзья. Семечки видали? Почем? Огромная такая упаковка. 400 грамм. 6,89. Бабушкины семечки по скидке. А, от Мартина. Кстати, вкусные вот эти от Мартина. Маленькие такие. $3. Тыквенные семечки. Так, гречка у нас есть. Это радует. О, давайте вот посмотрим, сколько огурцы, помидоры стоят. Вот, например, баночка помидоров 6,79. Что еще? Давайте посмотрим, сколько трехлитровая. Так, вот трехлитровая у нас вот такая вот стоит $12, 1,60.
И то она не трехлитровая, мне кажется, 2,5. Вот эти мои любимые помидоры, это Дорка фирма. По $8. Такие по 8, по 10. Ага, вот тещины рецепты. Вот такой огромный бутылек, почти 4 литра. $18. Так что, я, кстати, взяла немножко зеленых помидорок. Хочу тоже сделать. Напитки такие. Дюшес, класс. Маленькие бутылочки. Обожаю все маленькое. Кола. Так, ребятишки, сюда иди, Саша и Джейсон. Рядом встали и гонку прекратили. Не бегать. Сыночек, пожалуйста, аккуратно. Говорю, я ведусь на все эти напитки, но мне нельзя. Так, дети никогда в жизни не пробовали березовый сок. $6 стоит 3 литра. Так что купим, как говорится, на пробу. А мы любим творог вот этот. Я уже показывала. Сейчас посмотрим по дате. Это до 8-го. Слушай, а у них осталось 2 упаковки до 8-го. Это было до 20-го у них сентября, а почему-то опять оказались вот эти до 8-го. До 8-го это не подойдет. Так, тогда мы эту недельку без творога на следующий купим. Жалко. Давай спрос, просто. Я думаю, что и нету у них. Что мы еще возьмем? Возьмем мы, значит, майонез всегда здесь берем. Нам бы большую упаковку. Московский домашний. Давайте такой возьмем. Мы обычно берем Махеев, но нам нужна большая упаковка. Так, надо взять колбаску. Всегда беру такую, но она сегодня какая-то светлая. Не знаю, какую взять колбаску. Такая какая-то есть сливочная половинка. Взять, не взять. Слушай, а мы брали такую сливочную? Не помнишь? Давай возьмем половинку. Угу. Подойдет нам. На яичницу. Да. Вот, и что еще? Вообще, вот что по ценам? Вот упаковка сосисок, например, $7. Ой, не падает, дорогая. Такие по 7. Вот. Маленькие сосисочки тоже все. Примерно такие цены. Кстати, я очень люблю эти 7,29. Что у нас здесь? Вот мне рекомендовали, называется французская горчица. Может быть, это что-то типа такой. Вот она с зернышками идет, что с ней вкусно закрывать огурчики. Вот есть, она прям так и называется, французская. Не знаю, давайте попробуем. Возьмем и баночку закроем. У меня, правда, огурцов нету, может попробовать. С базиликом и зернами черной горчицы. Ладно, давайте попробуем. Прям заинтригована. Вот тут есть творог, и мне кажется, он будет то, что нам надо. А ну поверни, да, ну глянь. Сейчас. Вот. Подожди, это вообще до 1-го? Да. А та до 8-го? В чем прикол? Что такое? Сейчас, иди сюда. Так, нашли мы творог с датой, которая нам подходит. До 15 сентября будет свежак. Свежак, свежак. Смотрите, также здесь продают уже готовые вкусняшки. Вот селедочка под шубой.
Так, чебурек есть. Вот есть оливье. Зрителям. Что ты хочешь зрителям сказать? Я это очень вкусно. Ты любишь селедку под шубой? Да. Да? С бурячком? Твой папа давал тебе пирожочки с картошечкой. Что? А здесь картошка, эти пироженки по $1.99. Котят еще выше. Точно. Так, ну вот что мы выбрали: масло, березовый сок, ряженка, пряники, две соли, две упаковки лаврового листа, майонез, колбаска, французская горчица и две большие упаковки творога. Смотрю рецепт сырника, буду готовить. Да? Да. Давай. Только нужен ванильный сахар. Точно. Сейчас бегу. Я видела сегодня. Я на него, кстати, обратила внимание. Сахар ванильный нужен для сырников. Вот такой вот, я думаю, подойдет. $3.99. Я думаю, подойдет нам. Да? А есть вот маленькие. Вот такой вот. Сколько здесь грамм? 8 грамм за 99 центов. А здесь 6 штучек за $4. Забираем. Денюшки. Я с тобой дружу. Покажи. 2 полтинничка. Думаешь, хватит? Уже 90-82. О, вложились. 98-19 получилось. В общем, друзья, закупились почти на $100. Решила, что буду выставлять лучше небольшими отрывками, да? Значит, у нас сегодня был Костко, теперь у нас Простор. И третий магазин это будет Aldi. А, вот. И, ну что сказать, буду прощаться в этом видео. Желаю мира, любви и добра. И до скорых встреч. Следующих видео не пропустите. Ой, на улице очень жарко. Хочу сказать, что у меня есть телеграм-группа и инстаграм. Туда я выкладываю маленькие нарезки из жизни. То, что нету видео на ютубе. Также там последние события из нашей жизни. Поэтому, если вы еще нет вас у меня в телеграм-группе или в инстаграме, добавляйтесь. В общем-то, будем с вами на связи. Ну, а я, как всегда, желаю всем мира, любви и добра. Будет небольшое видео из этого, из простора нашего магазина. И следующее будет из Aldi. Первое было Костко. Это все закупка в один день. Так что добавлю ссылки из других закупок. Кто любит шопинг, кому интересны цены, смотрите наши видосики с нашими закупками. И всего самого доброго, лучшего. У нас такая жара побежала в машину. Все, всем пока.